Замена лифтов в МКД входит в число приоритетных программ капитального ремонта в Московской области. За последние 10 лет в городском округе Люберцы обновили более 600 подъемников, которые отслужили свой срок. В этом году работа продолжается. Наша съемочная группа увидела, как проходит процесс замены лифтов в одном из домов округа. Дому 96 на третьем почтовом отделении в этом году исполнилось 25 лет. Согласно ГОСТу, это возраст, когда в многоэтажке пора менять лифты. В 17-этажной высотке всего 6 подъемников, 3 пассажирских и 3 грузовых. Сейчас в процессе замены пока только большие. Лифт в целом он уже устаревает и может быть небезопасен. Новые лифты более комфортные и удобные для жителей. Сейчас работа выполнена больше, чем на 70%, так что думаю завершить работу где-то в течение еще 10 дней. Заменить все лифты в этом доме подрядчик обещает к 25 декабря. Такой же срок по всем остальным объектам в Люберцах. На сегодняшний день в работе 13 единиц оборудования в 4 МКД округа. Меняется все, начиная сверху от лебедок, кабины, противовесов, электроники, всех входных терминалов, двери, соответственно, пассажирский и грузовой лифт. Меняются, соответственно, вначале один, потом второй, чтобы жители верхних этажей ходили не пешком, а добирались комфортно на лифте. Всего в этом году в план капитального ремонта попало 16 единиц оборудования в 5 многоквартирных домах. В последующем работа по замене лифтов в городском округе Люберцы будет продолжаться. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.